Сергей Викторович, я искренне рад вас приветствовать. На самом деле, мне очень приятно, потому что, если говорить о наших отношениях, можно много говорить, но за полтора года все, что произошло в наших отношениях, во всех сферах, можно сказать, что мы очень много добились. Это благодаря воле президента, я очень благодарен Владимиру Владимировичу, пользуясь случаем. Я еще раз поздравляю с такой победой. Поздравлял, мы уже наметили примерно сроки визита тоже. Я думаю, где-то к осенью мы будем готовиться и будет визит, потому что сегодня на самом деле во всех отношениях, если говорить о политических отношениях, вы со своим коллегием вот уже недавно были, наш министр иностранных дел с вами переговорил, с Патрушевым встречался. У нас очень много, я хочу сказать, если раньше было, я это искренне говорю, партнерские отношения, говорили мы союзнические, все это было где-то наверху и на бумаге. На самом деле, вот за эти полтора года партнерские отношения, стратегическое партнерство, она на самом деле, люди Узбекистана, вот если вы хотите, я это искренне говорю, этого очень хотели, и вот за эти полтора года очень многое у нас сегодня, раньше, если только у нас было взаимоотношение торговое, экономическое, говорить только нефтегазовые отрасли, то есть, а сегодня я не могу сказать ни одной отрасли, где у нас мы не сотрудничаем, даже